Подъезжаем к Воронежу. Начинается. Воронеж тоже бесснежный в этом году, декабрь месяц. Вот в прошлом году мы ехали, снега было много, лежало бесснежно. Вот и вот он, вокзал Воронеж. Приехали, начинается Черное море. Вот корабли виднеются вдали. Вон они стоят. Море спокойное сегодня, 15. Да, 15. Море спокойное. Солнышко там начинается проявляться. Вот сколько их, танкеров этих. О, стоят на рейде. И вон то еще дальше там. Приятно ехать вдоль моря и наслаждаться красотой пейзажа моря и кораблей. Прибыли в Сочи. Пасмурно. Небо нас встречает не солнышком, но очень тепло. Итак, мы подходим к своему санаторию «Прогресс» Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сразу говорю, кто соберется приезжать в санаторий Хосту, можете сразу приезжать вот сюда. Санаторий «Прогресс». Их объединили. И приемное отделение для оформления путевок только в этом месте. Потом уже идет расселение. Что берите с вокзала такси и приезжаете прямо сюда. На такси через КПП. Не тащите сумки. С собой здесь очень далеко. Ступеньки. Возвышенность. Такси пропускают, и такси прямо подъезжает к приемному отделению. Лучше оформиться, а потом уже ехать. Но это кто приезжает именно в санаторий Хосту. Вот сюда, к приемному отделению, вас прямо подвезут. Здесь и нужно оформлять санаторную путевку. Приехали в Хосту или в Прогресс. Сейчас уже Прогресс одинаковый. При оформлении получите вот такую вот санаторную курортную книжку, где написано еще по-старому санаторий Хоста. Вот Сухумское шоссе 12. Берите с собой обязательно все свои льготные. Если есть, вот как мы с Чернобыльской зоны удостоверение брали. Была скидка, не взяли комиссионный сбор. Вот здесь площадка. Здесь напротив магазин продукты, банкомат есть. Такая территория. Вот здесь прямо на территории подходит автобус. Здесь вот остановочка. И внутренний автобус везет прямо в санаторий Хоста. Вот она, Хоста, уже санаторий снят. Вот она. Сняли вывеску. И сейчас я вам покажу, какую вывеску повесили. Прогресс. Вот он, санаторий Прогресс. Переименован. Хоста вывеска снята, а санаторий Прогресс повесили. Сейчас объединились Хосту с Прогрессом вместе.